spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены безинерционные катушки от японской компании Daiwa. Это обновленная в 2019 году линейка iPrimi, в которой, как и во многих других сериях, теперь применяется концепция LT. Сейчас доступны три варианта в двух размерах, весом от 185 до 189 граммов и передаточным числом равным 4,8 или 6,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2000 SP. iPrimi значительно изменились внешне. Хотя серия также имеет стильный дизайн и выполнена в золотисто-черном цвете с серебристыми вставками. Она сможет заинтересовать любителей снасти ультралайт, в том числе поклонников форелевой ловли. При использовании концепции Light and Toss, легкий и жесткий, удалось значительно уменьшить размеры конструкции и снизить ее общий вес. Корпус выполнен из композитного материала. Изменился и внутренний механизм. В обновленных моделях устанавливается более совершенная шестерня Toss Digi Gear, способная увеличить надежность и мощность одновременно. Еще для снижения массы используется полый ротор Air Rotor, который легче по сравнению с аналогичными, но в то же время способен выдерживать значительные нагрузки. Также он снижает излишнюю вибрацию во время работы. За один полный оборот ручки выматывается от 60 до 83 см лески. Чтобы ход катушки был более плавным, используется 6 подшипников. Также отметим наличие в конструкции стопора обратного хода Infinity Anti-Reverse. Он предотвращает проворачивание в противоположном направлении. Новая алюминиевая шпуля Air Spool меньше, тоньше и легче своих предшественниц. Она имеет множественную перфорацию и прямоугольную пластиковую клипсу для фиксации лески. За счет оригинальной геометрии бортика достигается более дальний заброс. Вместимость может составлять от 120 метров монофила толщиной 0,11 мм до 100 метров диаметром 0,16 мм. Также отметим наличие полой дужки Air Bell и ролика лесоукладывателя Twist Buster 2. Фрикционный тормоз ATD расположен спереди и способен справляться с максимальными нагрузками до 5 кг, независимо от модели. От попадания воды и грязи тормозные диски защищены специальной эластичной прокладкой. В нижней части установлен флажок переключения реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, в другом ротор вращается в обе стороны. Ручка вытачивается из алюминия и оснащается плоским либо прорезиненным, либо, как в данном случае, облегченным кнопом. Чтобы переставить ручку на противоположную сторону, вам необходимо выкрутить ее с корпуса и поменять местами с декоративной заглушкой. Так, из леворукой модели мы получаем праворукую и наоборот. iPrimi LT комплектуется набором дополнительных шайб. Подкладывая их под шпулю, вы сможете регулировать качество намотки лески. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.